иных красильников, попурри на темы песен военных лет. Исполняют детский вокально-инструментальный ансамбль «Новое поколение» школы номер 21 города Екатеринбурга. Руководитель Юлия Чернова. Детский инструментальный ансамбль «Мишеряночка» школы номер 1 города Красновишерск, Пермский край. Руководитель Татьяна Чебыкина. Хоровой ансамбль «Рапсоды» гимназии номер 5 города Пермь. Руководитель Нина Вершинина. Хор «Кантилена» социально-художественного факультета Свердловского областного педагогического колледжа город Екатеринбург. Руководитель Наталья Воронина. Оркестр «Свирели солнца» школы номер 7 имени гвардии капитана Владимира Александровича Федорова, город Владимир. Руководитель Светлана Дучек. Ученик детской школы искусств имени Миля Алексеевича Балакирева, Сергей Матвеев, город Москва. Преподаватель Ольга Гущина. Ансамбль «Звонкие свирели» школы номер 2109 города Москвы. Руководитель Елена Михайлова. Сегодняшний концерт сложно представить без музыки Игоря Михайловича Красильникова, автора проекта «Музицирование для всех». Доктор педагогических наук, главный редактор журнала о музыке.